Друзья, всем доброе утро. Это четвертый день недели влогов. Кстати, сегодня я встала очень рано, так как вчера я просто уснула где-то в час и даже еще не монтировала, потому что вчера мы очень поздно пришли после салюта. И, кстати, я поспала где-то часа 3 или 4. И потом я рано утром встала и начала делать третий влог. И, кстати, я его уже закончила. Сейчас он вот здесь вот монтируется, ну, можно так сказать, он здесь стоит. Он где-то будет около часа здесь так вот стоит, загружаться. И вот, и потом, когда я приду, наверное, на станцию, я его уже потом выложу. Да, кстати, сегодня я опять иду в лагерь. И один выходной прошел, кстати, еще осталось 2 дня в лагере, и все, этот лагерь заканчивается. И нам еще, кстати, с Юлей нужно будет выучить танец, хотя нам остался еще вот последний день сегодня выучить танец, и все, и завтра мы будем его уже танцевать. Сегодня, мне кажется, мы после наших танцев останемся подольше, где-то на час, чтобы выучить этот танец. Смотрите, кто здесь пьет. Там Клайд. Клайд. Смотрите. Встал. Сейчас я сплю. И время вот 7 часов только настало. Вообще, в это время я только что должна была встать. Я сейчас иду Марка отвозить. И, наверное, вы спросите, что у Марка в пакете. У Марка в пакете он несет большой пакет с игрушками его. Он просто... Эти игрушки, они везде по полу валяются дома. И поэтому мама меньше половины еще собрала. И мы сейчас несем их в садик, как бы. Марку они не очень нужны. Он в другие играет игрушки. Я еще помню, мы еще 2 года назад где-то выкидывали целый шкаф игрушек. У меня вот сколько у Марка было игрушек, вот за 5 лет, у меня за всю жизнь столько не было. Сейчас вот это все мы отнесем в садик. У нас так холодно, вроде как бы лето, но у нас как будто вот, я не знаю, где-то плюс 8, плюс 7 всего лишь. А было вот недавно плюс 30. Марк переодевается, смотрите. А куда ты ее убрала? А Марк спрятал? У Марка была кукла, он ее вытащил из кармана. Марк, ты что, в куклу играешь? Да. К чьё это? Какой ты девочке? Ой, Марк специально оправдывается, да, Марк? Типа это не его. Ты в куклу играешь, да, Марк? Нет? А чьё это тогда? Какой Ксения? Я не знаю. А зачем тебе кукла? Кому? О, Марк хочет подарить девочке куклу, да? Все понятно. Все, я уже вышла и сейчас уже иду в школу на танцы. И, кстати, Ксения со мной сейчас не идет, потому что, не знаю, что-то у нее утром резко поднялась температура, у нее 37,2 температура. Мне кажется, после вчерашнего, потому что вчера просто было очень холодно, а мы еще не так уж и тепло были вчера одеты, и она очень сильно замерзла на концерте. Мне кажется, после вчерашнего она вот и заболела, поэтому она вот сейчас спит, вот лежит. Она просто, когда я ее разбудила, стала, у нее голова болела, живот болел, у нее горячая была голова, и мы померили температуру, у нее стало 37,2. И поэтому она сейчас никуда не идет. И мне кажется, завтра она тоже не пойдет. И поэтому Ксения, походу, сдавать зачеты не будет даже. Кстати, итак, кто-то идет из наших ЦСХ. Тоже у кого-то есть рюкзачки там впереди из ЦСХ. Наша любимая школа, в которую я хожу каждый день. Вроде бы каникулы закончились, но я все равно еще сюда хожу и не понимаю, почему. Видимо, с школы не судьбами прощаться. Хотя здесь написано «До свидания». Мы уже обедаем здесь. Вот наш обед. Это мое добро. Да. Кстати, здесь никого нет. Сейчас придут. Смотрите, друзья, пришли в кинотеатр. У нас сегодня кино. На «Люди в черном». Отсвечивает. Смотрите. Мы, кстати, все время на 13-14 местах все время сидим. А сейчас что мы специально так сделали. Еще раз. Смотрите, кто сзади сидит, сейчас.
он будет ноги класть на Юлю. Ой, классно у нас будет. Мы сейчас уже сходили в кинотеатр, и я уже все, я сейчас иду домой, друзья. Но нам очень понравилось, мы смотрели «Люди в черном», я еще раз говорю. Но вообще, как бы, можно сказать, что он нам понравился, но в основном, как я обычно делаю, я просто сидела, ко всем подходила, ко всем просто бегала, со всеми разговаривала, мы просто там смеялись, у нас там было очень сильно весело. Друзья, и можно так сказать, просто половину я не смотрела. Но все-таки я поняла суть, кстати, я еще ходила к Юле в гости, там мы репетировали в танец, просто завтра мы уже вступаем. Кстати, уже больше половины выучили, но можно сказать, что мы весь танец выучили, просто Юле надо просто сейчас подучить, она еще это видео меня засняла, и она потом будет дома по видео сама учить, и завтра мы еще будем очень много-много раз повторять, чтобы все-таки завтра мы хорошо выступили, потому что завтра просто все будут на нас смотреть, и тренера, и родители, и как-то не хочется опозориться все-таки на сцене, и выиграть все-таки хочется какое-нибудь призовое место, поэтому Юля будет стараться, мы будем тоже стараться завтра хорошо выступить и что-нибудь выиграть. Ну, сейчас, друзья, я сейчас иду домой. Кстати, мне нужно сейчас еще с Клайдочку пойти гулять. Все, друзья, я взяла Клайда. Пойдем, Клайд. И вообще, знаете что? Мы решили, что мы сейчас с Клайдом будем ходить теперь по ступенькам с 8 этажа вниз. Пойдем. Пойдем, Клайд. Ну, спускаться-то еще нормально с Клайдом, а вот подниматься я даже лучше, чем он поднимаюсь. Теперь мы с тобой, Клайд, будем худеть. Клайд, да отпусти ты эту палку. Клайд, отпусти. Пойдем. Ты зачем ты, палка? Пойдем. Клайд, пошли. Клайд. Смотрите, вот так вот каждый раз. Вот интересно тебе ее говорить. Люди проходят такие. Клайд, ты серьезно? Клайд, ты дома можешь полежать? Здесь надо гулять. Вот он серьезно выходит гулять на улицу и лежит. А дома... Нельзя полежать, Клайд? Что ты делаешь, а? Вот что ты делаешь, Клайд? Вот что ты делаешь? Зачем ты это делаешь? Клайд! Клайд! Клайд, посмотри на меня! На меня! Клайд, Клайд, Клайд! Кошка! Кошка, Клайд! Ну да. Ребят, сейчас, кстати, вышла новая игра именно в Инстаграме, вот правда, не было еще ни одной игры в Инстаграме, вчера или позавчера, я не помню, куда она вышла, эта игра, но я сама совсем недавно только узнала об этой игре, и, знаете, и много людей еще не знают про эту игру, поэтому, друзья, кто еще не знает, то вы сразу же заходите. С Ксенией и с Марком играли в эту игру, у меня, кстати, уже глаза просто устали моргать и играть. Кстати, знаете, эта игра вроде называется Gang. И если вам вы хотите узнать подробнее об этой игре, то заходите на мой канал Владик ТВ, и там именно будет все подробно описываться про эту игру, как в нее играть, и будет и что-то рассказано по мелочам, то заходите и смотрите это видео. Ну, эта игра будет полезной, кто и эту игру узнал именно от меня. Ну, именно от меня вы узнали эту игру, то пишите мне об этом под этим видео в комментарии. И просто, кстати, напишите еще свои результаты, кто играл в эту игру и у кого сколько уже баллов. Я сейчас играла последний раз, у меня уже 38, мой рекорд 38. Знаете, после этого как-то уже глаза немного устали, друзья. Но сейчас я буду ложиться спать. Время уже 12:00, мне кажется, все уже почти легли спать. И я тоже, и я решила, знаете, в последнее время я сейчас монтирую утром. Я встаю рано утром в 5 часов или в 6 часов утра. Или в 4 бывает, просто встану, если я вот смогу встать. И иду монтировать, потому что утром как-то на свежую голову лучше монтируется. Ну и просто никто тебе не мешает, все спят. Как-то очень хорошо, ты просто сидишь в тишине, монтируешь, и просто ты вот только встал и на свежую голову монтируешь, и как-то даже вот лучше все работает, и я быстрее монтирую. Вот и ночью, если я монтирую, я могу монтировать где-то за 4-5 часов. Я все, вот точнее, сегодня утром я смонтировала влог,
получается 2,5 где-то. И просто для меня очень быстро. Ну и этот блок уже подходит к концу. Конечно, этот блок не такой был насыщенный, как мои обычные. Вот на этой неделе были влоги. Друзья, это был влог, наверное, самый маленький из этих. Завтра, смотрите, мой влог завтра будет насыщенный, так как завтра у нас просто будет концерт. Там будут тренера, и мои родители просто все будут завтра на концерте. И завтра мы, кстати, с Юлей танцуем новый танец, который мы сами придумали, дуэт. Он как бы больше хип-хоп, поэтому завтра смотрите мой новый влог. И всем пока-пока, не забывайте ставить лайки, подписываться на мой канал, писать мне обязательно комментарии здесь. Просто пишите, что хотите, я вам, конечно же, отвечу. И обязательно делитесь моими дочками. И всем пока-пока, увидимся с вами завтра, ну, точнее, в следующем влоге.